В интернете наткнулся на очень интересный способ проверки тормозной жидкости при помощи мультиметра. В режиме вольтметра один щуп ставят на плюс АКБ, а другой опускают в тормозную жидкость. И если значение превышает 3 вольта, то якобы тормозная жидкость подлежит замене. В моем случае значение 6 вольт, и мне уже по их логике давно пора менять тормозную жидкость. Но так ли это на самом деле? Воспользуемся проверенным тестером для определения количества воды, содержащейся в тормозухе. Как можно видеть, тестер показывает только 1% воды, а это значит, что жидкость в норме. Если бы тестер показал значение в 3 или больше 4%, я бы с такой проверкой мультиметром согласился бы, но не в этот раз. Так что такой способ проверки просто обычный хайп. А что вы думаете по поводу такой проверки? Напишите в комментариях.